Единственный способ обезопасить себя и своих близких от болезни, которая может унести жизнь или надолго ухудшить состояние здоровья, это вакцинация. Основная опасность ковида кроется в его осложнениях и отдаленных последствиях. Вирус оказывает негативное влияние на весь организм, причем осложнения могут быть даже у людей, которые переболели в легкой форме. В Кашхабском районе продолжается массовая вакцинация от COVID-19. На сегодняшний день вакциной Гамковидвак привились свыше 900 человек. Уважаемые жители Кашхабльского района, несмотря на то, что рост заболеваемости COVID-19 значительно снизился, необходимо соблюдать все меры профилактики этого опасного заболевания. Единственный способ обезопасить себя и своих близких от этой коварной болезни является вакцинация. В настоящее время в Кашхабльском районе уже привито 976 человек. После проведения вакцинации все пациенты чувствуют себя удовлетворительно, каких-либо тяжелых осложнений зарегистрировано не было. Вакцинация проводится в прививочном кабинете Кашхабльской ЦРБ и врачебной амбулатории села Натырбова с понедельника по пятницу включительно с 8 до 15:12. Также у нас открываются еще дополнительно два прививочных пункта. Это в поселке Дружба и в селе Вольное. Прививочные кабинеты там будут работать с 8 до 2 часов. Ну, используется вакцина нашего российского производства Гамковидвак. Вакцинация проводится гражданам, которые не имеют медицинских противопоказаний, с добровольного согласия. Проводится она в два этапа, только после осмотра врача. Для здоровых людей без противопоказаний возможность нежелательных побочных эффектов, судя по результатам испытаний, крайне мала. В первую очередь вакцинации подлежат работники медицинских образовательных организаций, соцобслуживания, многофункциональных центров и лица с хроническими заболеваниями, лица старше 65 лет – это группы риска. Мы призываем вас использовать свой шанс, чтобы уберечь себя от этой коварной болезни.